Итак, всем доброго дня, кому-то доброй ночи. И сегодня обзор, скажу проще, прямым текстом, словами, GTA 5 Vice City. GTA 5 Vice City. Насколько я заметил, 31 декабря, от конца 2019 года, вышел вот это Vice Crew 1.0 ремастерит, да, официальный релиз. У меня долго не получилось установить ни ремастерит, ни Vice City Overhaul Beta 3.0. Вот. Я все пытался сделать, думаю, как, чего, куда, все делаю по инструкции, посмотрел видео, обзор там. Ну ничего не получалось, думаю, но как же все-таки это сделать, как? Я уже и так, и так, и так. Потом я установил, допустим, карту «Криминальная Россия». Установил карту... вот эту... Vice City, где вот этот... только один район сделан. Поставил, допустим, вот эту «Статую Свободы». Оказывается, я не знаю точно как. Не знаю, у кого там что получилось, кого нет. Пишите в комментариях. Может быть, я что-то неправильно сделал. Я расскажу, как сделал я. Я вот эти папки, которые были вот в этой Beta 3, которую можно скачать в Overhaul. Вот эта папка Vice City, вот это снизу черточка. Что-то тоже две папки. Я их воткнул, как правило, в папку Mods, как положено. И в DLC прописал эти две папки. И тогда у меня все получилось. Вот это какой-то дополнительный там, AIF, что-то там, вот это дополнительное DLC, что-то. У меня ничего не получалось. Вот только единственное, что когда получается добавление карты, если карта полноценная, с трафиком, там будет трафик. Там не надо никаких там вот как ремастерить, надо что-то там тренировать. Вот эти две папки Vice City я добавляю в DLC патчи и прописываю в этом скрипте DLC, прописываю вот эти названия. И автоматически игра начинает считывать игру. Конечно, была уже модификация GTA 4 Vice City, да, что там полный там от полноценного сюжета. Было вроде две миссии, да, там отвезти Мерседес куда-то и. Там что-то пройти еще, да? Ну, движок Rage, это движок Rage. А движок GTA 5, это доработанный движок Rage. Все-таки это разные вещи. Так, время у нас игровое сейчас 22 часа. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Нет, вы сейчас скажете, что-то не то, да я и Vice City, я в GTA 5. Да, я в GTA 5, мы направляемся сейчас. Что такое, господи, лодка долбаная. Вот так вот делаешь иногда видеообзоры, и ничего не получается. Ёлки-палки, что ты будешь делать, нет? Лодочка большая попалась, конечно. Не знаю, где находится в ремастере, где Overhaul находится слева право пляж на Vice City, пляж GTA 5. Они почти напротив друг друга. Vice City чуть есть по карте смотрите. Когда север сверху, чуть пониже.
Вот он еще замечательная такая модификация островочек. Остров Свободы из GTA 4. Он ничего не подсвечивается, но он есть. В этом острове как нету ничего, там добавлены только вроде вот эти лодки стоят. Какие-то там надувные лодки стоят со всех сторон. Можно с помощью мап-эдитора там что-то подделать, но самому там делать нечего, открыться там нечего. Вот верхняя часть, вот где мы с вертолета прыгаем туда, верхнюю статую, вот, где один вход, вот туда можно войти. А так, если снизу зайти, там провалишься под воду. Но наша цель сегодняшняя, это, конечно же, войти. Ох, я не заметил даже. Так. Сейчас так аппаратно в воду уйдем, да? Не стала скачивать скин этого Томми Версети. Нужен, короче, там что-то устанавливать, группу. Вот. Давайте возьмем какую-нибудь машинку и уже на ней покатаемся по Vice City, да? Я уже не помню, какая там, я уже ставлю. Не стала там ставить вот эти машины, которые были по Vice City, там всякие вот эти американские эти 70-х годов, какие там они были, в основном 70-х даже. Там какие-то вот эти американские купе открытые, кабриолеты, не стал ничего ставить, подобрал европейские машины. Вот замечательная Альфа Ромео Джульетта. На ней мы сегодня покатаемся. Вот все очень просто. Поставил вот эти две папки. Васити с черточкой такой. Папку DLC Pack, папки Mods. И прописал DLC. DLC HML. Вот это. И все. И мы катаемся по Vice City. Да, немножко, конечно, водичка брызжет из-под асфальта. Вот. Трафик немножко такой, может, туповатый, да? Но все-таки. Светофоры не работают. Но самое главное, что цель достигнута. Достигнута, мы играем в GTA 5 и играем в Vice City. Не могу сказать, как во многих обзорах, что это GTA 6, это не GTA 6, тем более никак не может быть GTA 6, это текстуры вот все-таки остаются из игры вообще, которая была как вторая, да, 3D. Вот. Ну, я, может, тут с помощью мап-эдитора чуть поднаклевал, как бы в предыдущей версии там поставил, типа стоят девочки, да. Конечно, как садиться они не будут в машине, они как просто нейтральные пьют кофе, типа так, для красоты, да. Вот эта локация добавлена. Вот эта локация добавлена. Вот тоже тут поставил три танцорши. Не знаю, как с помощью мап-эдитора сделать, чтобы они были задействованы как в реальной игре, допустим, да? Можно было себя бармена поставить, тут еще кого-нибудь. Не стало этого делать. Здесь все задействовано, да, я там не знаю. Никаких там иконок, оружия, ничего мы здесь не находим там. Никаких там ничего, да? Все как вот. Может быть, скоро в будущем это появится. Я кто-нибудь сделает, может быть, сделаю я. Недавно у меня тут состоялось знакомство с одной женщиной. Может быть, она сказала, сын ее умеет делать определенные модификации. Да? Больше всего мне нравится вот здесь трафик на повороте. Они как-то заезжают сюда и сталкиваются. Очень прикольно наблюдать за этим сюжетом, за этой картиной. Детки стоят, им пофигу. Стоят как-то. Пофигу. На происходящее. Неспокойненько себя чувствую.
Ладно, вау. Давайте. За прыжок там, не знаю, не проверял, там тоже ничего не дадут здесь. Да и прыгнуть тут что-то не получилось. Хотя сейчас немножко покатаемся, попробуем перепрыгнуть. Отсюда прям видно уже даже как бы вот, который пляж немножко вот, если на север смотреть, да, тут, он немножко ниже находится, потому что отсюда у нас видно вот, GTA 5, это вот текстура аэропорта. Это даже не и который налево на запад выходит, и даже который вот на юг идут, не с карты. Ну самое главное, не для себя, а самое главное то, что получилось. То, что получилось добавить эту карту. Вот. То, что карта более-менее нормальная, не считая вот, такого трафика, да. Но зато поразвлечься здесь можно будет. Вот я у отеля вот этого Океан Бич или Вайф поставил машину, да, ну как бы жилету поставил, но там видно сразу, что текстур там много внутри. Текстур нету. Все-таки GTA 5 это огромная платформа, неограниченные возможности. И можно будет, я думаю, скоро времени уже, раз как бы начало, самого начала года вот это пошло. Маяк можно зайти, до конца наверх не поднимался, но можно. Вот. И, кажется, в скором времени уже появится новые. Здесь, может быть, какие-то миссии будут, может хотя бы 2-3 миссии добавят, как GTA 4 Rage, да? Это уже стоит как бы от автора вот этого лодочка, да? Они время от времени меняются, то одни, то такие. Здесь, не знаю, сейчас нету, днем здесь люди ходят, вот, в купальниках там. Ну, просто обычные педы гуляют, да? Как правило, в купальниках. Сейчас мало с друзьями общаюсь, так можно было бы пригласить там, показать им, может быть, что-нибудь-то можно было бы, да, поприкалываться. Я играю в GTA 5 мультиплееры, это есть, но я как бы не пользуюсь вот этими модификациями, не знаю, как можно в онлайн добавить, там, встретить с кем-то. С ментами я не советую здесь начать воевать. Воевать с ментами тоже я девочек добавил. Они, ну, в смысле, вообще просто как бы, не в этой карте, не в... Если я вертолет добавлял, его нет, почему? Короче, не советую ни в этой карте, ни предыдущий обзор у меня был. На французскую ривьеру, которая, кстати, там тоже с помощью мап-эдитора сделала дорогу. Потому что игра начинает почему-то тупо вылетать. Время. Как бы, что... игра и так может вылететь, да, там как бы дополнительная модификация там. Вот. Но шансы, когда ты начнешь воевать с ментами, шансов будет больше, что игра вылетит. Вот это я еще хотел посмотреть, честно сказать, но вот это я еще не посмотрел. Есть ли здесь текстуры? И мне кажется, все закрыто. Что-то как-то ярко у меня. Не знаю, как сейчас на экране будет видеть, да? У меня что-то ярко сейчас было. Так, ну я думаю, сюда смысла нет заезжать, потому что тут водиться будет больше. А там просто тут утонем. Есть такая у меня в скором будущем идея, это проложить туда дорогу с помощью мап-эдитора. Я думаю, дорогу-то можно будет проложить очень легко.
что она достаточно короткая получится. Я пока делал в предыдущем видео, показывал на Францию. Короче, ее прокладывать, честно говоря, очень сильно устал. Еще думать, где там ее спустить потом, куда-то. Вот с вами реальная картина. Это в любом городе в реальности произойдет. Это называется то, что тогда, когда на перекрестке не работают светофоры, да? Будет такая хрень происходить в любом городе и в вашем городе, да? Резко отключатся светофоры во время большого движения. Ну а сейчас куда? Сейчас мы поедем, посмотрим замок Версетти. Да, как замок он, как он там называется. Сейчас мы правим. Здесь и так, мне кажется, ничего не надо. Здесь и так авария за аварией происходит. Сюда я залез, можно на второй этаж подняться, даже только на первом, да? Да, полицейские погони вроде существуют. Вот, Эльсейд тоже добавил вот этот Toyota, который Cruiser. Вот, он гонится. Помню вот это GTA Vice City Madden SSR, вот тоже вот там изначально были погони. Вот именно сюда приезжаешь, как правило, ментовская копейка летит за, как, за кем-нибудь. Ну, пожалуйста, все, парни завалили, да? Так, ну здесь вроде тоже ничего нету такого. А это, кстати, я сюда. Вот эти машины точно сюда не ставил. Ну, пожалуйста, еще кто-то. Вот эти машины сюда точно не ставил. Стоят. Где-то я тоже сюда не ставил. Давайте посмотрим, как там сделано сейчас. Честно скажу, GTA 4, вот это Rage, было ярче. Ярче было. Намного было ярче. Гараж не работает. Видно сразу, что двери закрыты. Никто не стоит, никакого лимузина, ничего. Не, ну можно с помощью мап-эдитора добавить. Не знаю. Когда делаешь сам, неинтересно играть. Интересно, как кто-нибудь сделает что-то свое. И всегда интереснее будет. Вопрос вот только, когда кто сделает, естественно, будет, как потом добавить. Это еще раз напомню, что у меня никак не получалось. Никак не получалось добавить то, что я хотел. Немножко на альфа-ромео покатались, давайте по тарабайте покатаемся. Так. Да, действительно. Vice City, да. Майами, проще сказать. Я делаю обзорчик как от себя, я не знаю, что вы хотели бы увидеть. Я показываю то, что как бы надо показать, да, основное катаюсь по карте. Да.
А вот это, кстати, еще не заезжал сюда. Ну, можно добавить сюда и грузовик с мороженым, можно что-нибудь сделать, додумать, перепилить. Это все можно. Сейчас покатаемся по карте, потом прыжки, наверное, и сверху вид с вертолета, наверное. Ну и, в принципе, все. Карту я покажу, все, что как она. Да, она есть, находится рядом. Ну, то, что я поставил, так. Девочки здесь не стоят, никаких враждующих банд, там, гаитян там и прочих нету. Вот, которые будут начинать на тебя стрелять. Здесь нету, все эти кастомы не рабочие. Здесь что-то я не помню, здесь вообще, мне кажется, здесь ничего такого не было. Воды здесь нету, понятное дело, и какой-то там РПГ здесь не плавает. Да и команду нужно уже это РПГ там, чтобы плавало. Когда у тебя и так все вроде как есть, да? А, давайте лупадону, лупку-то посмотрим. Дальше что-нибудь там стоит, подводная лодка, что-нибудь. Вот. Ну, никакого автобуса здесь нету, понятно, никакого развиха, да? Вот, и посмотрим, хоть что там есть вообще. Что-то я не пойму, а в реальности-то есть такая барышка, вот это опять? Я что-то никогда не задумывался об этом. Она вообще в рабочем состоянии. Ну, крутовато. Крутовато. О, отлично. Да что-то такое похожее даже в GTA 4, такая ржавая есть. Такая вся коричневая, да? Ну уже приятно. Уже приятно хоть что-то видеть. Я больше чем уверен, что она как. Не совсем как текстура, но. Ох ты. Да нет, не текстурка это. Это не текстурка. С этим ход-то будем давать, наверное. Это не текстурка. На ней мы долго слишком будем выплывать. Обзор получится долгий. Как-нибудь в следующий раз. Пускай пока плавает. Ух, ёпка, плавает, да. Ну, также будет у вас плавать в Томми Версейте. Да что ты будешь делать, а? Ну, запрыгнуть не можешь никуда. Вот так же будет плавать Томми Версейте, или кого добавить. Понятно, да?
Ну, предлагаю начать покататься на вертолете. Я что-то посмотрел, самолеты здесь стоят, да, как бы они вроде рабочие, но на него сажусь, начинаю давать чуть на нем назад, и он сразу взрывается. Поэтому самолеты я трогать не буду, а вот вертолет я думаю. Я проверил, он вроде как рабочий. А вот самолеты, я не знаю, я не пытался, я не понимаю, как это странно все это происходит. То аж по 5, по 6 стоит самолет, сейчас зашел только один, вижу. Стояло у каждого, стояло. По одному, по два. Вот этот на взлетной полосе стоит, который самолет, это как бы я его добавил, да? Я вот так поставил. Кстати, его ставил ровно посередине. А, все нормально, встал нормально. Мне кажется, он уже провалился все равно. Ну, сейчас долетим, посмотрим, что случилось. Вот наша военная база. Это моя работа с мап-эдитором. Смотрел, три баракса есть, поставил два справа, один слева, топливные канистры, поставил маяк. Вот здесь все четко впечаталось, как это. Войсите. Ну и как поставил нейтрал, не трогаю. Вот поставил это самолет гидра или как у нас там, гидра или лазер. Тоже поставил, поставил этих снайперов на вышку. Вот здесь почему-то вертолет не отпечатал, понимаю. Не могу понять, почему вертолет там не отпечатал. Здесь тут еще сам по себе гуляет. Вот вертолеты, что-то, которые я добавил, они почему-то не отпечатываются вообще. Этот вертолет здесь был один. Ладно, раз муж начали с воздушной техники. А, кстати, вот здесь под тоннель не заедешь, и к аэропорту никуда, понятно, затопят. Там что-то есть какая-то такая установка по поводу воды? А как можно воду ниже сделать? Я не знаю точно, но воду ниже сделать нельзя. Если ты делаешь воду ниже здесь, делаешь воду, значит, соответственно, и в самой игре GTA 5. Я, кстати, с помощью мап-эдитора самолет добавлял, поэтому я точно. Ну, вроде нормально. В игре-то как бы такой самолет, он стекла разбитый уже. Да. Ну так-то он нормальный. Я не знаю, что-то не видел на военной базе таких самолетов. Ну давайте попробуем взлететь и посмотреть на Vice City уже высока. Вот эти самолеты, они взрываются, как я не пытался, они все взрывают. Как бы Вайсити, да? Вайсити. Вайсити. Даже вот эти таблички, вот это R, желтое стало. Оно, в принципе, и было. Да, нет такой, вот нет вот сейчас. Когда вот что-то должно вот не так быть, что-то вот не так неправильно сделано, он чувствуется, что вот сейчас вот вылетит, вот опасно. Старый думал, сейчас да, с видеообзором обломаешься, с игрой. Нет, такого нету чувства. Все четко. Все четко. Все четко.
А это уже горы, это, наверное, горы уже север GTA 5. Можно здесь какой-нибудь мостик привезти. Вот. Взять, к примеру, девочку GTA 5, которая рабочая, и приехать с ней сюда, посмотреть на ее реакцию. Ну, просто реакция будет где-то везде, да. Вот здесь мне еще не понравилось, у нас люди масс-фильмов здесь ближе, скажем так, ко второму острову. Там что-то дорога неровно сходится, трафик разворачивается. А так вот все как-то так. Но если будет в GTA 6 Vice City, то я думаю, конечно, будет все выглядеть намного иначе. Я не думаю, что в самом начале игры мы сможем прокатиться так, полетать на вертолете, на самолете, еще что-нибудь. Всего надо будет сюжет проходить, все будет, конечно, иначе, как мы себе представляем. Ну, карты, конечно, выглядят ярче, более реалистичнее, чем Vice City там, да. Ярче, конечно, она выглядела все-таки. Ярче она все-таки выглядела в GTA 4 Rage. Вот это, кстати, что-то не видел никогда вообще, что здесь сверху что-то есть. Как туда вообще забраться-то можно было бы, войсить? Никогда я этого не видел. Ну, сейчас мотор потом спрыгнем. Шут прыгает. О! Как только не прыгает. Здесь будет поприкалываться с ментами, пускай ничего угодно делают, сшибать отсюда вертушки. Вот это приятно, да, как бы. Хотя GTA 4 можно было на крышу любого дома залить. Мне, конечно, бессмертие поставил. Не знаю, парашют дадут или нет. Вроде на высоко прыгаем. Но прыгать придется по-любому. Нет, бедный пранк, прости меня. Ну да ладно. Поставил сюда, на Варенер идет обычно пятерка шла, семерку я ставил, сейчас пятка. Не, кстати, это хорошо, что это поставили машину, хотя бы побыстрее. Посмотрим, хоть какой можно сделать прыжок. Неплохо, неплохо.
Так, ну, разгона нету. Отъехать немножко назад. Здесь не прыгнуть. Из-за этого трафика здесь ничего не получится. При всем желании. Если и прыгнешь, то улетишь куда-нибудь в воду. Короче, модификация хорошая, грабельная. И грабельная. Скажу. Прикалываться можно, как бы, в одиночке. Вот. Я даже тут решил проверить, пострелял. Так один трамвай отсюда прям перепрыгнул прям. Туда в речку улетел. Так я больше этого педа и не увидел. Чайки летают или что-то. Нет такого ощущения опасности, что игра вылетит там. Нету такого. Волны, конечно, бушуют, что добавляет. Был же такой мод на GTA 4, который поднимает уровень воды или опускает. Так что здесь этого не надо добиваться как-то. Что ты будешь делать, а? Вот такой Vice City у нас в 2020 году. Вся такая резвая машиночка такая, да? Я бывает на улице вижу такие копейки, пятерки гоняют, тоже такие типа заряженные. И тоже тут. Как всегда. Не судьба, короче, здесь. Не судьба. Абсолютно не судьба. Сделаю еще третью попытку. И попробуем еще закинуть, запрыгнуть потом на крышу. Ты жопу у меня назад занижена. Занижена жопа назад. Эх ты, волна долбаная. А здесь-то ничего не получится. Все. Ладно. Все. Двигатель заглох. Вода попала. Самое главное, вышел из машины, ни одной машины. Супер, да? А близко еще вторую поставил. Ауди. Нам Ауди помоет. Так что, не знаю, скачивайте, я советую, пропишите просто в Яндекс. Ну, не надо писать скачать, там через форму, вот это все лишнее не надо. Скачайте GTA 5, Vice City Overhauled, да? Все. Там будет бета 3, скачать через... Только с одного сайта можно скачать. Вот сюда в салон я добавил машины, стекла не разбиваются, ничего такого нету. В салон зайти можно без проблем, но машины, которые я добавил, они отсюда выехать не смогут.
Стекла вот не разбиваются. Они не в работе постоянно. Это чисто добавил для красоты. Вниз заехать не получится, понятное дело, что там волны. Так что гаражи ничего не открываются. Не знаю, как, может быть, в самом моде ты предусмотрел уже. И уровень воды как-то поправить и что-то добавить. Но я скажу честно, мне ничего расскажу. Ничего не получилось, получилось только вот так вот сделать, как я сделал. А почему машина так у меня ездит? Я еще добавил это. Ну, модификация есть такая. От килотомата. Это реальная управляемость и реальные повреждения. Ну, реальные повреждения — это у меня один удар по машине был, не оставалось. А вот управление все-таки поставил реалистичное. Это я тоже добавил. Кстати, все хотел посмотреть. А реально, допустим, инкассаторскую машину. Я не знаю, как GTA 4, если ее сорвать. То как бы. Можно будет что-нибудь там, деньги какие-то, чемодан забрать, или чтобы деньги разлетелись. Или только в GTA 4 реально. Я вообще открою себе дверцу обычно. GTA 4 это реально, когда там чемодан с деньгами, это одно. Когда вот так вот, можно вот так вот сделать, как GTA 4, да, можно. Потому что любая машина такая проезжающая, можно бомбу липучку и вот так вот, кто хочет играть по реальности. Всяких читов, всяких там тренеров, добавления денег, вот пожалуйста, можно сделать так вот. Здесь трафика нет почему-то. Машина все с трудом разгоняется здесь. Не знаю, прыгнуть получится, нет. Вижу, что получится. Ну, мы все видели, да? Вот здесь есть какие-то машины, я их не добавлял сюда, это добавляю только свои модификации. Устанавливаю как бы, обычные, мне ставить смысл, сюда нету, мне интересно. Такая текстура рабочим стоит. Рабочим. Ну, в принципе, все. Я думаю, надо заканчивать будет обзор. Потому что все, что хотел, я показал. Все, что хотел, я показал. Как, кстати, все. Коврик на стиле, мне так мерцающий. Все, что хотел, я показал. Так что, до свидания, Италия, летает твой или чей-то мальчик. Да. А да, все-таки, да, позавчера, что ли, мне все-таки получилось это сделать, как я сделал. Конечно, я должен. Очень рад, я помню, что что-то вот видите, что-то получилось. Интересно, да, вот как бы видно вот Vice City, да, вот этот первый остров. Как бы если на север смотреть, так, да, так, то справа. И за ним вот виднеются уже горы GTA 5. А вот здесь вот резко трафик появляется, что-то возьму. Да. Ну какая тут модификация на реальные горы? Моя машинка добавлена, кстати.
Ну, здесь еще посмотреть, что там есть, что там нету. Может, от зенитки снять, может, тогда сюжет тащить. Знаешь, шучу, конечно. Никакой клюшки тут нету, никакого вертолета. Модификация играбельна. Скачивайте, устанавливайте, играйте. Друзей пригласите, можете с ними по очереди там что-нибудь додумать. Одному сложно что-нибудь додумывать, когда уже вдвоем, втроем. Там эти растения прыгают. Они вообще как бы и не будут рисковать. Попробуем. А, как бы они сверху наложены, да, как бы на близко. То есть видимо стена, а сверху наложена как банк. Именно поэтому прыгает. Вот сюда я тоже вертолет добавлял его. Вот это лянча, да, как картина. Такая нормальная, такая зарядная волна. Тоже. Забыл, кстати, музыку выключить, надеюсь. Но меня, в принципе, не забанят. Единственное, что будет, это будет написано, вы решите там рекламу в какой-то стране, туда-сюда. Ну, не без разницы на эту страну, блин, ничего. Я за рекламу деньги не получаю, поэтому я рекламу не даю никакую, я делаю обзоры как бы от себя, для того, для вас, чтобы вы посмотрели, и мне без разницы. У меня деньги на жизнь есть, так что параллельно на эти обзоры, на эту рекламу деньги, все, пускай получит тот человек, который эту музыку сделал, пускай он получит. Ну, как-то без разницы. А мяч, кстати, там, где вот этот замок Версити я проверял, он тоже не рабочий. Чисто как текстура, он даже не двигается. GTA 4 вроде можно было вот так расстрелять. Хотя, честно скажу, в iCity, когда я играл с мячиком, я точно не играл, и про него я узнал вообще какого-то там чего-то обзора. Ну и последний вот этот большой супермаркет, да? 86-го года, 80-х годов. Что там внутри есть или что там нет, можно ли в него будет зайти. Еще раз, ой, я думал, что все сейчас будет. А. Супер. 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 Все получилось слишком супер. Короче, еще раз напомню, я скачивал не Vice Crew Remaster, это 1.0, а скачивал Vice City Overhaul, Beta 3.0. В эту третью. Чтобы не так не получилось, как было написано, я установил только две папки DLC пак и прописал их в DLC HTML есть. Вот, название этих папок. Еще две строки. И вот тогда у меня появилась вот эта Vice City. Напоследок я еще покажу кое-что. Поставил я также вот эту статую свободы. И еще я поставил DLC. Сейчас покажу. Тоже очень легко устанавливалось этот DLC на реальные, короче, на реальный Лос-Анджелес. Сейчас это будет легко показано. Короче, что такое реальный Лос-Анджелес? Это Реал Калифорния называется модификация. Это названия, вот эти все вывески, парикмахерские, это все будет названо не как Rockstar называют своими именами, да? Винвуд, да? А вот будет, как правильно называется, так оно и будет.
Samsung так Samsung, Panasonic так Panasonic. Голливуд так Голливуд. Это называется модификация Real California. Вот как DLC, вот меняют. Все вот нормально на вывеске своей. Вот. С добавлением вот этих четырех модификаций появляется статус свободы город Вайсити с трафиком. И вот эти названия реальные. Там кафе, парикмахерских, там всяких фирм. Допустим, как парк в реальности называется? Беверли Хиллз парк называется. Вот эта модификация добавляет реально. Есть еще какая-то модификация, там реальные названия улиц. Все, в принципе, обзор я заканчиваю. Всем приятного просмотра. Все, что я хотел, показал, сказал. Скачивайте, устанавливайте. Все не очень сложно. Всем пока.